итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады для учителей 8 педагогов Волгоградской области, которые стали победителями, представят регион в финале. Всероссийская олимпиада для учителей впервые проходит по трем направлениям. Так, в метапредметной олимпиаде лидером стал педагогический коллектив школы номер 5 города Михайловка. По направлению ДНК науки со всеми испытаниями успешно справились три педагога из школ номер 14 и номер 17 города Волжский и школы номер 6 города Камышин. В направлении про IT победителем стала представительница школы номер 30 города Волжский. Всего в региональном туре приняли участие порядка 50 педагогов по физике, химии, биологии, информатике, русскому языку, математике с разных районов области. Организатором профессиональных олимпиад для учителей выступает Академия Министерства просвещения России. Региональным координатором является Волгоградская государственная академия последипломного образования при содействии Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.